have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами опять в чудесном мире Кены, проводника духов. Приятно то, что дают сохраниться самому. Я вот сейчас выходил, заходил. Погодите, а мы... Карта прогружается реально долго. Мы вроде с вами не здесь закончили? Или здесь? А, не-не-не, все, нормально. Это как раз та лестница, которую мы открыли. Это я уже немножечко сам подзапутался. Это вот это что за кузнечик? Я не могу его не подобрать, ничего. Чувак едет со мной на плече. Хорошо. Жалко, что не на тап карта. Это я так, на минуточку. Закрыт проход здесь, помогите. Закрыт проход здесь, закрыт проход здесь. Но мне нужно вот сюда, помочь Таро. Или Таро. Поэтому мы пойдем прямо туда. Я не знаю, как тут насчет побочных заданий, не побочных, главных, не главных. Пока что вроде нас выпустили в открытый мир, а вроде дорожка только одна. Поэтому пойдем туда, куда нас пускают, а дальше будет видно. Там будут дальше разветвления. Также будем смотреть, насколько интересны здесь будут побочки и хотим ли мы их брать. Потому что пока что выглядит довольно неплохо. Я забываю сканировать. Наверное, надо это делать чаще. Оу. Деревня. А деревня у нас захвачена. А, вот чем все закрыто-то. Я понял. Получается, мне нужно сначала освободить деревню. Потом только продолжать хоть что-то делать. Но я же могу перепрыгнуть. Ну, разрабы, ну это подло. Или сделайте, чтобы я не мог перепрыгнуть. Ну, вот невидимые стены, это подло немножечко. Ладно, хорошо. Что от нас здесь хотят? От нас хотят вот это. Ну, поехали. Я забыл. Перекат, перекат. Просто давим на них. Так, эту фигню разбили. Есть еще одна. Эту фигню разбили. Где еще? Вон там вижу. Ну, вроде все. Я так понимаю, что это было нарочно сделано, не особо запутано. Тележка со шляпами. Прикольно. Не особо было запутано, потому что, ну, это как бы первая демка, грубо говоря, нам показывают. Уничтожайте оскверненных врагов, восстанавливайте окружение, отыскивайте плоды, чтобы откормить своих тленышей. Все это действие создает карму. В меню улучшений используйте карму, чтобы открыть новые способности. Кена может улучшать свои основные навыки и напитывать способности тлен. Понял. Такие, знаете, жизнь тлен. Ну ладно. А, вы мне сразу в улучшение кидаете. Карта, улучшение, тлен, молот. Это новый прием, что ли?
Удерживайте и нажмите R, чтобы создать тленный молот, повреждающий врагов. Что вы от меня хотите за это? 100. 100 мне нет, мне 75. Теперь. Контрпарирование. Что, блин? 150. Юрка, атака в спринте. I don't know. Не знаю. То есть рукопашная открыта, щит открыта. Значит, будут еще как минимум две. Тут нам предлагают контрпарирование. Не знаю, вот эта фишка со щитом мне пока не очень нравится. Атака в спринте тоже я пока не уверен. Мне вот молот, наверное, интересная штука. До него еще 25 надо. Я тогда подожду пока что, поднакоплю. Доступна новая шляпа для тленышей. Супер. Сундучок. Горшок. Хе-хе. Лавка. Минуточку, они стоят... Вечеринка. Погодите. Вечеринка, торт. Оно все стоит 10. Это как бы все весело, но серьезно, вы думаете, я буду тратить на это? А их, кстати, очень много. О-хо-хо, еще и по 20, по 100! Ну-ну, по 500, ну-ну-ну. То есть, ну, у меня не хватает на скиллы, и я сейчас буду тратиться на шляпы. Брать. Я еще одного, да, еще одного нашел, хорошо. 9, отлично. Мне их нужно просто увеличивать. Знаете, на что немножечко все похоже? Вот шляпы, тленыши, все дела. Помните, как этих ребят звали из Bloodborne? Маленькие скелетики, которые из горшков вылазили. Как их звали? Не наблюдатели? Не... Ладно, кто помнит, напишите. Анимации вообще 3 года длятся. Клевер, доступна новая шляпа. Понимаете, доступно. Я бы хотел, чтобы... О, это мне прям уже к заданию. Не, погодите. А там что? Это... А, это стрелять. Все, я понял. Что за место? Я, по-моему, куда-то не туда, да? The rot seem quite fond. Похоже, тленышам ты нравишься. Обычно они стесняются. Я полагаю, ты пришла в наш лес не для того, чтобы отыскать лесных обитателей. Приветствую тебя, дух. Я ищу проход к священному горному храму. Наша деревня связана с энергией храма. Но сила этой связи давно ослабла. Здесь мешкают духи, застрявшие в трагедиях нашего прошлого. Если желаешь дойти до горного храма, тебе придется помочь этим духам. На пути сюда я повстречал двоих детей. Они попросили меня помочь освободить мальчика по имени Таро. Я не удивлен, что Бенни и Сая тебя нашли. Они смышленые ребятишки, готовы на что угодно ради своего брата. Мы всегда вырезали маски из дерева, чтобы почтить тех, кто от нас ушел. Нет, ну. Маски здесь медленно обращаются в прах и помогают духу на пути в загробную жизнь. Мой отец был проводником духов. У нас иные традиции, но он помог многим духам перейти в этой жизни, из этой жизни в иную. Значит, тебе известно, что происходит с духами, которые не способны уйти в мир иной.
Take Taro's mask. Возьми маску Таро. It is bound to his spirit. Она связана с его духом и поможет ей выполнить обещание, данное детям. Я, кажется, правильно сделал. Пригляди за Бенни и Сая. Им трудно будет понять судьбу своего брата. Маска Таро. Значит, он уже мертв. Нажми Т, чтобы надеть маску духа. Смотрите через маску, чтобы отыскать путь, открывать барьеры духа и обнаруживать вокруг себя важные объекты. С помощью масок духов можно отыскивать тленности, спрятавшихся вокруг. Ох, блин, это сложно будет. Это будет сложно. Но еще от первого лица, и я не могу двигаться в этот момент. Вон, кстати, следы. Они ведут туда. Не знаю, по-моему, немножечко спорная механика, как по мне. То есть ты можешь одеть маску исключительно вот... К тому же, не знаю, раскладка на клавиатуре не очень удобная. Вот мне уже пришлось парочку кнопочек поправить и... сейчас опять... Камень. А почему этот камень светился? Вот почему. Иди сюда, дружище. Еще 5. Это я видел следы тлёныша, оказывается, а не... Все, понял, хорошо. Окей, это удобно. Нет, вы чё? Я в последнюю секунду заметил, что вода красная. Хорошо. Желтый снег, красная вода. Все эти вещи полностью запрещены. А вот эта вот синяя точка, которая... стоп. А это куда? Здесь у нас нет моста. Синяя точка, которая появляется, это что? Это куда вообще? Мы где находимся? Понял, где. Откройте барьер духов. То есть я могу к нему сейчас вообще подойти с другой стороны, выходит? Не могу. Так как этот мост завален, и тут моста тоже нету. Все, я понял. Мне нужно подойти только с той стороны. Хорошо, это вполне логично. Я могу, чтобы поговорить. Надень маску, чтобы духов знают дорогу. Все, понял тебя. Отлично, хорошо, что мы сюда подошли. Идем к мелким. Сохранюшка пролетела. Получается, мне сейчас сюда. Отлично. Это же маска Таро. Это Дзюдзю дал ее тебе. Дзюдзю. Ну ладно. Может быть, с ней ты сумеешь открыть барьер? Если бы я подошел бы раньше, мне просто сказали бы, что тебе нужна маска, и отправили бы нафиг. За ним, может, он придет нас к Таро. А эти детишки, они же тоже типа духи, да? Кнопка экшена на Q. Кнопка выстрела на R. Короче, ребят, не знаю. Возможно, мне придется сделать полный ремаппинг всех тех кнопок, которые здесь есть. Потому что люди, которые адаптировали это под клавиатуру, видимо, никогда в жизни играми не занимались. Ха, это, наверное, смешно, потому что студия, которая делала эту игру, она никогда раньше не занималась играми, она делала
графические проекты, ну, то есть, очень крутые видео. И визуал здесь реально очень хороший. Кстати, 175. Я могу себе качнуть что-нибудь. Может, тот же самый молот. Посмотрим. Но имеется в виду, они же все равно как-то... Ну, когда делали игру, они же все равно как-то консультировались и все дела. Ничего? Ну, я вижу, что тут что-то есть. А как это использовать? Странно. Странно, непонятно. Такое ощущение, что я должен уметь с этим что-то... А, во, стой. Все. Ладно. Абсолютно без понятия, как эта игра играется на геймпаде, но вот то, что я вижу на клавиатуре, сделано, честно говоря, кривоватенько. Ну, то есть я могу только изнутри попросить их поднять это, да? Что вы от меня хотите? Чтобы я поставил ее вот сюда. Наверное. Тут у нас все так же. Красная вода, которую мы не можем трогать. Крыша, за которую мы не можем зацепиться. Но мы можем сделать вот так. И вот так. Это кто такой вообще? Нашли почту духов. Предмет, принадлежавший жителю деревни. Верните его в дом этого жителя. Он отмечен на вашей карте. Хорошо. Сюда, что ли? Прикольно. Не прикольно. Я тебе сейчас знаешь, куда это кину? Так. Теперь я буду думать, это челлендж, или они меня будут, типа, атаковать бесконечно, или мне нужно все-таки их перебить всех. Свали! Перекат! Все? Поговорили? Отлично. Какой-то дом освобожден. Круто. Какой-то пацан. Мы его отпускаем? О, он тут был схвачен. Мы его отпустили. Прикольно. Этот бочоночек я сразу приметил. В курятник я никак не могу попасть. В доме может быть что-то? Да, вполне. Дом тоже был опутан. Шляпа. А, это же не шляпа. Да, это... Я забыл. Это эти новые... Тленыши. Отлично, плюс один. Что внутри? Я хочу внутрь. Мне нужно внутрь, лайтмен! Грибы? А, шляпа, шляпа желтый гриб. Р. Вот что это такое? Вот что я вытащил? Почему оно мигает? Я хочу это забрать, не могу. Ладно. Тут все, тут все, тут все. Отлично. Сделали маленькую побочечку. Это приятно. Карту можно зумить? Да, можно. Супер. Улучшение. У меня уже что-то поднакопилось. А вот это что нужно? Требуется предыдущая способность. Понял. Мощная атака в спринте. Взмах в прыжке. Вот это, кстати, интересно звучит. Я бы посмотрел. Уровень второй тлена. А у меня...
Типа, тлен. А вот это что? Атаки в нужный момент, чтобы нанести огромный урон. Это типа криты? А как мне это узнать? Хорошо. Так, тлен. Давайте мы вот это вот качнем. Открыть. Это я не могу прокачать. Уровень тлена 2. А, вот уровень тлена. Все. Я понял. Это мне нужно, получается, найти следующих тленышей, чтобы допер. Значит, сильная атака и R. Попробуем. Неплохо. Неплохо. Мне даже понравилось. Что тут? Тут еще один почтовый ящик, кстати. Почтовые ящики и вот такие дома, это у нас получается сайт-квестики. Хорошо, понял, будем внимательно искать. Возможно, я уже что-то даже где-то и пропустил. Я могу, я умею. Все в моих силах. Но эту штуку мне ребята помогли отодвинуть. В предыдущем доме я ничего не пропустил. Меня вот эта штука настораживает. А вот это что? А, погоди. Ну да, здесь явно что-то вот это вот есть, дупло, вот этот цветочек, но я без понятия, что это. Все, пойдем дальше, не буду заморачиваться слишком сильно, не знаю и не знаю, хорошо. Туда поворачивать тоже не будем, нам наверх. Да уж. Нет, ну это затягивает, мне нравится. Ой, ребят, привет. Куда нам? Он прошел вот здесь, но мы не можем тут пройти. Еще больше этой гадости на тропе. Ты сможешь ее убрать? Ты сможешь ее убрать, чтобы мы прошли? Вон туда или туда? Минуточку, куда он пошел-то? Эй. Давайте сначала сюда немножечко заглянем. Так как это мост, не мост, непонятно что. А, это шорткат, скорее всего. Нам здесь нечего делать. Сейчас мы тут ничего не пройдем. Давайте чешем дальше. Итак, тлен способен очищать особые цветы, чтобы восстанавливать здоровье Кены. Запускать тлен-шные цветы нажатием R. Если Кена не находится в бою, ее здоровье восстанавливается автоматически. Понял? Свали нафиг. Мы тут файтимся, типа, или чё? Да пройди ты! Оу! Да иди на эти... Мелочь поганая, давайте. Таранька! Я прикольно сделал. Я сначала полечился, а потом... Я сначала полечился, а потом получил урон. Да, нормальный у тебя хитбокс, чувак. Ха-ха-ха-ха. Сгорите. Лечимся. А, это и был весь бой. Но на будущее надо запомнить. Хорошо, мы можем... Не знаю, некоторые цветочки... Вот как это происходит. Лесные слезы временно возвращают тленыши из их изначальной формы. Воспользуйтесь, чтобы двигать облако. В смысле изначальной формы... Пока тлен находится в этой сфере, он способен нападать на врагов, разрушить барьеры и вытащить... вот как это все делается. Ха. У них есть...
Does he know any tricks, Kana? Это интересно. Мне туда, я понял, да. Хорошо. Значит, давайте сюда, ребят. И еще раз туда. Вот зачем там был этот цветок. Я теперь понял. А повернуть мы как-то... Блин, это мышкой надо... О! Вот это неудобно. Вот это прям... Вот это прям неудобно. Отпустить. Не знаю, если мне это придется делать на время... Я бы не хотел, например. Это выглядит максимально неудобно. Хорошо, я понял, что это за пузырь. Погодите, я могу теперь с этой штукой вернуться, нет? Вот, серьезно. Куда мне там надо было... Какой барьер мне надо было разбить? Где он... А, вот это он был, да? Ну-ка, идем сюда, ребят. Будем немножечко это применить. Он на время или почему у него начали уходить хпшки у этого пузыря? О, взаимодействовать. О. Окей, это было... Хорошо, а как мне тогда вот ту штуку пробудить? Ящик. А почему, кстати, вернулся ящик-то? Немножечко непонятно. И как мне тогда вот это пробудить? Тут же есть такая же вещь. Тоже пока не ясно. Ладно, пойдемте. Получили немножечко бонуса, и то хорошо. Я так понимаю, что вон туда тлен тащить бесполезно. Там нужно именно почту доставить. А то, что мы здесь вернулись, это хорошо. Возможно, сюда можно было также вернуться и с того предыдущего маячка, но поскольку он не работает сейчас, то и ладно. Пойдем дальше. И это мы только треть пути прошли. Ну, на самом деле, интересно, увлекательно, занимательно. Итак, что вы мне скажете? Кена, смотри, тут что-то на земле. Смотри, лесная слеза может вырасти. А как ее вырастить? Наверное, рядом есть... что-то есть. Давай поищем. Ну, хорошо, отпусти меня. Применить тлен. А-а-а! Сюда. Ясно. Мне нужна вот эта штука. Мне с дерева нужно сбить вот эту штуку тогда, чтобы она выросла. Супер. А почему оно тогда у меня там не обозначалось никак? Не, за водопадом ничего нету. В любом случае, мы будем возвращаться этой дорогой, поэтому это не проблема. Это я заберу. Ну, получается, у меня все-таки есть деньги, окей. То есть можно без зазрения совести прокачивать улучшалки, и мне потом, в принципе, на все хватит? Это вы мне хотите сказать? Открыть. Открыть. А, стой. А, это не... Ай, черт. Это я перепутал кристаллы с вот этими... И вначале то, что я сказал, что мне предлагают покупать за кристаллы, а не... Все, я понял. Тут две разные валюты. Я даже не знаю, почему, но они мне изначально показались одинаковыми. Это максимально глупо, да, понимаю. Хорошо, насчет воспоминаний.
Пока что ничего. R. Сюда, ребят. Нам нужно вот это открыть. Вот это бы еще как-то... Его ненадолго хватает. На пару ударов. А зачем я вот эти барьеры снимал? Зачем мне... Погодите, зачем мне сюда? Это место было специально заложено барьерами. Такие глаза прикольные. А, понял, погодите, надо вот так. Нет, не вот, вот так. Ага. Сюда, сюда, сюда. Так. Ну это я просто дальше иду. Или нет, или да. Хорошо. Я думал, я секретку нашел. Фиг. Это я заберу. А и что? Клен 7, шляпы. А, деревня. Дерево Таро. Переместиться? Это... центр деревни. Прикольно, это быстрое перемещение. Что-то я сначала не оценил, что это такое. Драться бум. Мне предлагают зарядить кому-то. Я вам сейчас спаунпоинт порушу, ребят, погодите. Так. Немножечко по щам прилетело. Ну-ка. Зачем я здесь? Это мне подхилило, что ли? Надо пока привыкать к тому, что здесь происходит. Опа, перекат, перекат. Это чувак, это босс первый. Так, давай только без прихвостней. Опа! Блин, больно. Как там этот молот-то делать? На. Я тебе сейчас позамахиваюсь. Долго этот молот делать. Блин, он меня убил. Прыгай! Я похилился рано, да? Блин. Надо привыкать к механике. Файт несложный. В общем-то, наверное. Thank you.
Я тебя сейчас побью, блин. Да, ну нажимай уже, блин, у ворот. Реагируй, пожалуйста. Где он? Не очень. Я не туда! Автозахват произошел не туда! Оу. Молодец, дружище! Бей своих, чтоб чужие боялись! Больно, отходим. Спасибо. Убегал от чувака по кругу, он оказался прямо рядом со мной. Или он умный, или со мной что-то не то. Блин. О, уходим. Попал под раздачу. Хорошо, удачно. Все? Договорились? Я же говорю, в принципе, несложные файты, просто нужно немножечко подпривыкнуть к тому, что происходит на экране. Ху. Ну, R. Драться вот этими ребятами как-то, не знаю, немножечко не с руки, что ли. Я просто вижу, насколько пьяное управление, когда ими дерешься. Отпусти. Так, Т. Собираем. Ну что, дружочек, пойдешь с нами? 12, еще 3 надо. Хм, круто. Еще 3 и next level. А отсюда мы дальше можем пойти вон туда. Где мы сейчас находимся по карте? Еще один полигон, 2. И там дальше будет заперто. Ну что ж, я считаю, мы довольно хорошо сегодня продвинулись. То есть, получается, к горе это нам напрямую. А перед горой у нас будет вот эта часть карты, где вот первое задание, потом вот это будет, наверное, второе задание. Вторая часть карты, где будет, наверное, тоже 1, 2, 3 задания, не знаю. И, собственно, вот это наша финалочка. То есть мы будем потихонечку вот так вот перемещаться и выполнять. Хорошо, хорошо. Я не знаю, сколько длится игра и по времени, и всякое такое. Поэтому будем как-то пытаться распределять все это дело. Пока что спасибо, что были с нами, ребятушки. Будем заканчивать. Увидимся в следующей серии. Всем добра, бобра, всем лучших и всем покеда.